Костя, ну, поздравляю тебя с вызовом в сборную. Расскажи мне, какие у тебя были первые впечатления, эмоции, когда ты услышал голос на другом проводе, приезжая в сборную? Спасибо, да, и эмоции только положительные. Рад был присоединиться к молодежной сборной. Я тренируюсь ради этого, чтобы попасть в молодежную сборную, играть за нее и забивать голы, приносить пользу команде. Какие первые впечатления от нахождения в команде у тебя? Ну, пока только один день, еще даже полноценно не провел. Пока вливаюсь в коллектив, все ребята вроде дружелюбные, все нормально. От кого узнал о вызове сборной? Кто тебе первый сообщил? Мне позвонил доктор сначала, сказал ехать сдавать тест на ковид. Я сдал тест и потом позвонил Эдуарду Анатольевичу, уже приезжать вечером на базу. Когда увидел партнера по «Динамо», о чем говорил, что вообще, поздравляли, не поздравляли, что говорили? Да, просто поздравили, молодец, сказали. Рома Евгеньев только шутил, и все, а так нормально. Первая тренировка, какие впечатления от первой тренировки? Ну, тренировка хорошая такая была, интенсивная сегодня, много моделировали. Ну и заключительный вопрос, что думаешь о соперниках? Ну, это серьезный все-таки чемпионат Европы. Будет тяжело выигрывать, надо готовиться.